Лайв-студія на сьомому. Для вас працює Анна Полякова. І протягом наступної ефірної години ми обговорюємо тендерні історії Одеської міської ради. Ви знаєте, є вже кредитні історії. А, власне, тепер поговоримо і про тендерні. Тому що вони на рівні з кредитними дивують подекуди. Ну, не будемо навіть казати, наскільки. І одразу задам питання нашим телеглядачам. Звучить наступним чином. Воно тендери в Одесі виграють компанії, ангажовані до міської влади, власне, або ж незалежні. І в нас відкриті телефонні лінії, тож, будь ласка, телефонуйте, ставте свої питання, діліться думками з цього приводу і, безумовно, пишіть на номер Viber, який ви бачите на екранах своїх телевізорів. Я представляю своїх гостей, власне, сьогодні це Роман Григоришин, експерт з інвестицій, вітаю в нашій студії, та Євген Лис, журналіст 7-го каналу відділу розслідувань «Нормальні». Вітаю. Євгене, давай надамо в першу чергу слово Роману. Ось тут цікава думка, власне, експерта з інвестицій щодо тендерних процедур в Одесі. Наскільки вони є заангажованими, на вашу думку? Ну, перше, я вам скажу наступним чином, що зазвичай стався такий стереотип, особливо в Одесі, особливо останні там 5-6 років, що влада, яка приходить на свою позицію, вона сприймає, що все, що заробляє місто, весь бюджет – це її. Да? Тобто, ну, насправді, це бюджет громади. Дивіться, кажуть про те, що в нас децентралізація, але водночас кажуть, ну, нам не вистачає цієї децентралізації. Інші депутати кажуть, навіщо нам взагалі це? Тобто, тут вже такі несумісні речі і серед самих можновладців. Вони не знають, навіщо це. Дивіться, якщо говорити про Одесу, децентралізації хватає, тому що я не знаю випадків, щоб там Київ мав відношення до якихось бюджетних речей, що стосується міської влади. Область – це зрозуміло, а де є розпорядником Одеська міська рада, там все, скажімо так, ділиться між учасниками гри, та, депутатами, які входять в більшість, командою міського голови і так далі. На жаль, це дуже негативна тенденція, дуже негативні процеси, які в тому числі впливають там і на якусь інвестиційну привабливість міста, тому що і на конкурентність на ринку загалом. Тому що ринок закупівель державний – це також ринок, це також там, де можуть українські компанії в чесній боротьбі отримувати якусь роботу, виконувати послуги, і заробляти чесно за це гроші і сплачувати податки. Але, на жаль, до цього доступ, особливо в Одесі, мають тільки конкретні компанії. Дійсно, в нас не йдеться про якийсь такий окремий випадок, коли кожен може долучитися і зробити щось найкраще. В нас, скоріше, греблюгати тих випадків, коли трапляються дуже цікаві історії. Євгене, я знаю, що з огляду на відділ розслідувань, ви чимало присвячуєте цій темі часу. І ось цих випадків, їх не злічити, власне, скільки їх було і скільки їх продовжується. І навіть трошки смішно дивитися на цю історію з запинками, так, і тендеру на них. Це така родзинка на торті була? Це пішний совершенно тендер був по поводу, я это называю, жадностью чиновников, потому что эти запонки, я введу просто телезрителей как бы в тему разговора, они были посвящены тому, что когда-то рано или поздно Воронцовский дворец будет восстановлен, как колоннады и все здания, но уже поспешили, то есть сам дворец не восстановили, а запонки заказали. Там 35 тысяч гривен, кажется, стоил весь этот тендер. Я не знаю, сколько В среднем 100 гривен запонка. Да, да, выходило где-то так. Ну, то есть пилят наперед, как принято сейчас говорить. Пилят наперед, еще ничего не сделано, но уже эти деньги... Женя, справа в том, что если не работает этого наперед, они же не знают, что их чекает весны. Ну, если говорить, например, я взял самую такую дорогую часть затрат нашего городского бюджета, которые колоссальные средства не уходят, это ремонт дорог. То есть есть, скажем так, несколько у нас управлений, которые этим занимаются. Там вот есть коммунальное предприятие «Городские дороги», есть у нас управление дорожного хозяйства, еще УКС, это управление социального строительства. Вот между тремя этими игроками, как бы, они заказчиками выступают от лица мэрии этих работ и проводят эти... Івгене, вибач, переб'ю тебе. Богдан Гіганов, депутат Одеської міськради, долучився до нашої бесіди. Так, Євгене, будь ласка. Монополістом неправильно буде говорити, но, скажем, везунчиком среди всіх этих тендерних процедур є, конечно, компания «Росгаз».
Росздорстроя, она там за все годы в среднем по Одессе выигрывает где-то около полумиллиарда гривен на различные работы, связанные с ремонтом, поточным ремонтом дорог, скажем так. Вот. И есть еще список компаний, которые, вот как коллега говорил о том, что они пускают только своих туда, то есть это фирмы не особенно, там, например, на первый взгляд, связаны с, например, там, депутатами, приближенными к господину Труханову, но они все равно выигрывают тендеры, и выигрывают тендеры как и в Одессе, так даже там, и в области, но в основном будем концентрироваться на Одессе. То есть это буквально 4 фирмы вот, основные, которые выигрывают здесь деньги. Вот, например, буквально свежий тендер сейчас прошел, вот выиграла его фирма, если я не ошибаюсь, названием «Одесс Головпостач». Они выиграли тендер у, есть такая еще дочернее предприятие «Лидер», они тоже достаточно такие мощная компания, которая тоже участвует практически во всех торгах, которые проводит мэрия. Они выиграли 2 миллиона гривен на ремонт дороги. Это есть такой у нас переулок Короленко. Это, он соединяет Софиевскую улицу с реконструируемым сейчас бульваром Жванецкого. То есть маленький, ну, одесситы знают этот большой кусочек, буквально он там 100 метров буквально. Его будут ремонтировать за 2 миллиона гривен. И, ну, на фоне этого всего мы еще не забываем, что кроме этой компании есть еще компания «Пикстрой». Ее можно назвать, наверное, ну, одной из крупных компаний, которая тоже ее очень сильно везет. И они с «Пикстроем» и с «Росздорстроем», вот они как бы в основном идут практически, как говорится, ноздря к ноздрі. Є така інформація, що «Пікстрой» з початку цього року виграла тендерів на 11 мільйонів гривень вже. Ну, вони, конечно, маленькі, как говорится, тендер виграють. Очень много таких розбитих там і по 200 тисяч гривень, і по мільйону гривень просто. Но вони виграють і большие достаточно об'єми. Тобто взяти, наприклад, ремонт Тираспольської площади, начнем с него, это делал «Пикстрой». Дальше уже пошел ремонт Преображенской улицы, достаточно большой, он шел от Бунина до Софиевской, это уже занимался «Росздорстрой». И дальше уже, спускаясь там вниз до Маринеска, это тоже занимался, насколько я помню, если не ошибаюсь, тоже «Росздорстрой». Там суммы колоссальные просто выходили, то есть там на маленькие куски ремонта дорог по 160 миллионов гривен уходили. И тем более, что мы не забываем, что проект, когда нам предоставляют, ну, вот мы его изучаем, к примеру, обещают там одно, и говорили вообще изначально про другое. То есть говорили про транспортную стратегию, когда Геннадий Леонидович говорил о том, что он изменит ее когда-то, он ее не изменил, потому что в конечном итоге все закончилось поточным ремонтом. Зробив звіт вже на вулицях нашого міста, на бордах, що він транспортні розв'язки, він над цим попрацював. Богдане, питання до вас. Почали обговорення з того, наскільки заангажований процес тендерів взагалі в Одесі. Чи є можливість приволікати інших, можливо, закордонних інвесторів? Чи сприятливі для цього умови? Чи все ж таки це абсолютно закрытая история зараз для Одессы? Это абсолютно закрытая история, и площадка «Прозора» никоим образом не регулирует этот процесс, только потому, что все участники, которые так или иначе хотели себя применить, возможно, или принять участие в каком-либо тендере, в конечном итоге, когда они его побеждают, когда они выигрывают, когда с ним подписывают договор, чувствуют со стороны заказчика максимальное противостояние. Они никогда не получают возможность заработать чистые деньги, потому что технадзоры выискивают все вши, которые только могут быть в документации, в производстве работ. И таким образом так создана сейчас ситуация, что без предварительного договорняка никто уже просто не участвует. Все доходит до абсурда, когда просто второго номера, чтобы тендер состоялся, второй номер подготавливает сам победитель. И поэтому мы видим сейчас в этих тендерных раскладках, что 3-4 компании, условно, если мы говорим про дорожный сектор, монополизировали этот рынок, и друг у друга являются какими-то там, назовем так, на подхвате, на подтанцовке. Сегодня, это может быть, лидер дал большую пропозицию. Ну, представьте себе, ну, мы же тоже, вот, Евгений подготовился. Ну, например, если тендер там 10 миллионов, второй конкурсант дает там 9 миллионов 999, а первый говорит, мне это уже невыгодно. И все. Ну, вы же понимаем, что это просто банальная потасовка. Да, ну просто фактов. Одна гривна, можно представить, что сразу видно, почему этим занимаются там правоохранительные органы. Потому что одна гривна, это же не разница. Вопрос, это как раз не в правоохранительных органах здесь, это как раз таки вопрос антимонопольного комитета. Это существенные, там безумные дорогие штрафы. І вплоть до уголовної відповідальності за такі договорні відносини, якщо вони приносили збитки бюджету. А якщо ми розуміємо прекрасно, що там 20-30% відкатів, і завжди ці збитки, собственно, наносяться. Коли ти починаєш мірити конкретні об'єми і звіряти їх з актами уголовних робот, то завжди, в общем-то, є кому що пред'явити. І якщо б ми підходили до питання
проведения таких тендерных процедур. К вопросу, давайте так скажу более-менее, чтобы зрителям было понятно, если бы мы подходили, я имею в виду мы, городская власть, к вопросу проведения тендерных процедур на дорогах, на ремонтах жилого фонда, на каких-то других инфраструктурных проектах, так, как это должно быть, так, как это, к этому относится весь мир, прозрачно и максимально эффективно, у нас бы из 1,5-миллиардного бюджета развития на 30-40% выполнение было бы больше. То есть мы бы строили на несколько садиков больше в год, мы бы делали намного больше километров этих дорог. И то, что сейчас люди видят, что вот хоть что-то делается, то вот представьте себе, что сегодня вы говорите, что хоть что-то делается, прогуливаясь по простой... какой-то по простому межквартальному проезду, то если бы это делали правильно, эффективно, по-хозяйственному, как сейчас так модно, то как мінімум в 2-3 рази цієї роботи було б більше видніше. Богдана, але ж це про фасад. Дійсно, ми йдемо, бачимо, начебто все там зашпаклювали. Але ти заходиш туди за кут і бачиш абсолютно зруйновані... Тут, понимаете, существует комплексная договоренность. Для того, чтобы тебе выполнить договорные взаимоотношения, давайте так попросту, иметь возможность вернуть этот откат, который тебе навязан заказчиком, тебе нужно спрятать где-то работы, особенно там, где возможность это сделать, это скрытые работы, ну или наружные, но по большому счету мы понимаем, что это потеря качества. Из-за этого сразу же возникает вопрос взаимоотношений с правоохранительными органами. Так или иначе, они тоже являются частью этой схемы. Я не буду сейчас говорить конкретно, кто это, потому что мы понимаем, что структура достаточно большая, но мы понимаем, что в структуре управления стратегічних розслідувань на сьогоднішній день є департамент, який займається защитою іменно і бюджетної економіки. Тобто, от іменно той, який займається, то есть там вопрос розтрати, це іменно на їх совісті. У нас є у Службі безпеки України неліквідований департамент, який теж займається економічними такими процесами і защитою, опять-таки, економіки государства. Мы понимали, что та реформа, которую нам обещали «Слуги народа», что это будет как-то сконцентрировано в одном управлении, она до сих пор еще не реализована. И большой договорняк, назовем это, знаете, такая амерта такая, да, такая, ну, круговая порука общая, она позволяет прекрасно осваивать 11-миллиардный бюджет на всех закупках, даже на защищенных статьях, это как питание в детских садиках, школах и так далее и тому подобное. Мы бачили гучні эффективно. Приклады, да. Это поэтому мы видим одни и те же фирмы. И тут мы возвращаемся к предыдущему нашему разговору в вашей студии, был Евгений, где мы обсуждали сессию Одесского городского совета, которая была последняя. Мы слышали о том, что эта сессия, несколько недель даже все паблики несли ролик, где депутаты заявляли о конфликте интересов. Там было или 8, или 9 конфликтов интересов. Да. Это была рекордная сессия по конфликту интересов. Это была рекордная сессия по количеству обвинений друг друга. И половина депутатов, а то, наверное, даже почти все, которые, ну, там несколько не имеют отношения вот к этим вот распилам, они действительно там были, и они заявляли о конфликтах интересов. Мы прекрасно понимаем, что кто из них возглавляет какую фирму, и мы поэтому же, ну, должны быть честными, осознанными гражданами, жителями города Одессы, понимаем, что именно защищают эти люди. Они защищают городские социальные программы или они просто защищают свою возможность пилить, простите, городские давайте, ресурсы? Тут уже можно дивитися в корень про те, що люди туди йдуть взагалі до міськради, аби відстоювати свої інтереси свого бізнесу, а не для того, аби... Мені так не вийшло, простите. Ну, моїх колег так не вийшло. У мене ні стыда ні за одним проект рішення, у мене нет никакой фирмы, которая бы это осваивала. У меня нет пляжа в аренде, у меня нет отжитой какой-то там, может быть, земельного участка в парк. Ну, у меня этого нет. Ну, у меня же как-то это получается, правильно? Поэтому, когда мы говорим о том, что же заставляет этих людей тратить время на благо любимого города, то мы должны просто понимать, что на данный момент то, как было раньше, вот еще было более-менее как-то скрыто. Пробовали оформлять на каких-то родственников. То есть, ну, так в наглую конфликты интересов не показывали. Когда один из депутатов говорит: коллеги, что ж мы тратим время друг друга на пустую болтовню? Мы что здесь собрались с вами? Да, быстренько проголосовали и ушли. Что ж мы не можем за 2 часа эту повестку обсудить? Нет, не можем, потому что вопрос дискуссии вот этих вот всех вещей происходит именно там, в зале городского совета, это совещательный орган. И когда человек напрямую показывает свое отношение к вопросам, по которым собрались, а это, я напомню, со слов городского головы, ярко-социальные вопросы, то, наверное, как минимум здесь конфликт интересов у этого человека с кармана и этих людей. И я хочу, чтобы все люди просто прекрасно понимали, что когда депутаты заявляют о конфликте интересов, а конфликт интересов, это, может быть, мало кто понимает, это когда в городских ресурсах
То есть это и земля, и коммунальная собственность, недвижимость, там еще там какие-то есть, да, то есть бюджет. Заложен интерес, личный интерес этого депутата, тот интерес, который имеет статус общественного интереса, это называется конфликт интересов, он за него не имеет права голосовать. И когда в таком интересе среди 64 человек 10 человек заявляют о конфликте интересов, то давайте просто будем честными. Все понимают, ради чего люди собрались. И поэтому вот это вот все, это уже как производное. Это просто возможность находиться на распределении ресурсов городских. А это все, знаете, как пылесос. Он просто вытягивается, вытягивается. Где-то так, потім отримуємо ми кредити чергові. Где-то отжали деньги, где-то отжали комунальную собственность, и всех все устраивает. Так, Романе, питання до вас. З огляду на те, що це вже перетворюється більше на політичну історію, на корупційну історію, але ніяк не історію про розвиток міста. Ну, яка картина створюється, наприклад, для міжнародних інвесторів, які, в принципі, дійсно, вони, можливо, не в темі того, що відбувається на політичній арені, але вони бачать, що щось не так. Тому що ось ті розслідування, які зараз є щодо нашої міської влади, вони досить гучні і лунають навіть на міжнародному рівні. Про який взагалі може йтися імідж та якісь більш-менш сприятливі умови при таких умовах, вибачте за каламбур? Я хочу колегу перш за все доповнити. Тут склалася така цікава тенденція от про історію, що ховають і не ховають, малюють історію чи не малюють. Так склалося, що з реформою Прозоро, ну, з впровадженням систем Прозоро і інших систем площадок для продажу, вся Україна в більшості випадків, да, почала шукати якісь там історії, щоб це завуальовувати, да, ті, хто там приймають участь в тендерних історіях. А в Одесі якось склалося навпаки. Да, тобто, там ми... Так, може, ось це та відкритість, про яку каже наш міський очільник. Бачите, грабуємо, так дивіться, як. Ні. Що стосується історії з міжнародними партнерами, то тут є дві історії. Все, що стосується тендерів, цього розпилу бюджету, монополізації там, цілих галузей, як, там, як ремонт дорожньої інфраструктури, воно, звісно, дає свій негативний наслідок на сприяння міської влади. Та? Коли ти йдеш з ними домовлятися про якийсь інвестиційний проєкт, то ну, ти розумієш, що це люди не про розвиток, не про не про заробіток міста, а про заробіток власний. І друге питання – це про імідж загалом Одеси. Коли відбуваються всякі такі корупційні речі, коли у нас мер там 5 чи 6 років у підвищому стані у правоохоронних органів, як то в НАБУ і так далі, то місто стає недоговороспособним в своїх міжнародних відносинах. Ну, як людина, яка має судимість, так би мовити, їй досить важко влаштуватися на роботу. Ну, я таку аналогію вже проводжу, знаєте, вже досить утрировано, тим не менш. Тому тут і з іміджем міста. Якщо в нас такий очільник, на якому, ну, знаєте, колекція вже цих справ, про яку прозорість в цілому можна казати? Про яке співробітництво? Ну, от в нас була в моїй там комерційній практиці була історія, коли з одного з міст побратимів були інвестори, да, і вони шукали не конкретно в Одесі, вони шукали проекти під інвестування на територію України. І от ми перше, що запропонували, тобто це Одесу. І от я мав неосторожність там на перемовинах сказати, що було би якраз логічно і інформаційно можна класно подати міста побратими. На що було сказано, що поки історія в Одесі має там кримінальні і неправильні розуміння, поки Одесу ми не готові розглядати. Ну, ось це, до речі, дуже... Один із самих яскравих прикладів. Яскраво підкреслює те, що відбувається, що від нас ну, починають ось так відсторонюватися на відстані протягнутої руки, тому що, аби ось цей імідж не перейшов ще й іншим. Так. Ну, ви ж зрозумієте, що якщо б дійсно стало місто, міська влада стала відкритою, якби ми забрали всі ці корупційні речі, то в нас надзвичайно сильна одеська діаспора по цілому світу. Та? Тобто ці речі в частині міжнародної дипломатії, в частині залучення міжнародних інвестицій можна використовувати. Але не в ситуації, коли ти, вибачте, з мером, який в Київ захоче, він сяде, Київ не захоче, він не сяде. На жаль, така ситуація. Ну, дивіться, так склалося, що сьогодні повідомили про те, що Одеса увійшла в топ міст. Ну,
Так, 11-те місто. 11-те, да. Так, але це йдеться про всю Європу в цілому щодо кримінальної, власне, картини. Ну, і це також про що свідчить. І коли на міжнародній арені про це вже кажуть, це такий собі, знаєте, дуже червоний сигнал для кожного, мабуть, з містян, що якщо ми хочемо все ж таки розвиватися і щось змінювати, ну, потрібно дійсно змінювати. Тому що далі, мені здається, відмотати це вже і сказати, що ні, ні, знаєте, як кажуть, ці руки нічого не крали, буде досить важко. Так, да, дійсно, тому що там в цьому рейтингу ще вказуються різні, скажімо так, преступлення, тобто рейтинг ще вказано, тобто там є грабежі, вандализм и прочее, прочее. То есть, ну, там еще указана коррупция. То есть, не забывать, что, к сожалению, этот ряд преступлений в Одессе, он его так и показывает всему мировому сообществу. Нельзя забывать о том, что если мы будем вбивать просто латиницы Труханов и corruption, то мы почитаем, может, статьи, посмотрим сюжеты на крупных достаточно платформах и иностранных разных телекомпаний, газет, мы прочтем, что здесь Одессой управляют криминальные кланы. То есть, например, там, вот наши гроши, ну, ты же, вот, я их сегодня прочитал буквально, они называют Росдорстрой картелем. Ну, угу. Читают люди и это слово видят. Они это начинают сразу связывать с словом мафия. То есть те такие слова, которые звучат именно по-настоящему, как что-то, ну, тут гангстеры рулят, получается. Они люди, которые там действительно за свой город стоят, как говорится, горой. То есть они смотрят только в свой карман и в карман своих. Ось ми з Романом обговорювали день по тому, що навіть якщо якась мережа готельна захоче до нас зайти, в першу чергу її не дадуть цього зробити, а в другу чергу, коли ось, як ти кажеш, що ти заходиш і, в принципі, у пошуку одразу таку інформацію бачиш, ну хто захоче? Хто захоче, або потім в гарантії. Нього... Гарантії, Любой інвестор, він ждет тільки гарантії міжнародної. Він розуміє, що йому потрібно, щоб тут була нормальна судебна система, щоб працювала дуже добре законодавча ветка, але вона залежить від виконавчої теж. То, що відбувається на містах. А на містах в Одесі, к сожалению, ми бачимо взагалі несистемну роботу і просто заоблачну корупцію, к сожалению. Тобто в цьому рейтингу об этом теж говориться. Ну, скажімо так, в інфографіці в этой. І ось, що я зауважила щодо цих запинок. Так, це смішно, але це такий зріз діаметральний від тих мільйонів, які були покладені на естакаду велосипедну, так? І тут тендер на запинки. Ну, вибачте, ну це така зухвалість, як, власне, ті самі борди, які ми бачимо в нашому місті щодо того, що в нас все добре насамперед. Да, це взагалі смішно, просто, якщо чесно, по цим бордам, це якесь, ну, таке самолюбування, я не розумію, просто... Кто советует это? Я считаю Геннадия Леонидовича очень трезвым человеком, и я не знаю, как ну, ось, можно... Ну, щодо бордів, там навіть щодо цієї естакади є реклама, так би мовити. Да, там не только это, а новый підхід в ремонті... Житлового фонду. Житлового фонду, а все остальное. Да что ж, ну, это даже уже просто именно рицательным стало, насколько это просто... Угу. Все просто троллят, это мем. Я не думаю, что он нужен был городскому голове, потому что узнаваемость у него, слава богу, 100%. Может, это конкуренты развесили? Да нет, ну, по всему городу такое не согласуют. Ни один борд со мной не согласовывают. Компаниям прямо говорят, сюжет мы вам не согласовываем, но если вы его разместите, мы вам спилим эту конструкцию. Другое дело, что, понимаете, говорить о том, что некая велоэстакада у нас присутствует, но у нас на трассе здоровья, вроде как трасса здоровья, мы гордимся. Но мы же понимаем, что изначально это была не трасса здоровья, взяли просто там, ну, условно, там, дорогу, которую раньше использовали для поезда, да, ну и так стало это дело все удобно, может быть, для посещения вело, там, роллеры там, да, тоже катаются. Но вот мы позавчера, кажется, проехались просто по Одесской набережной, которой фактически нет. Трасса здоровья – это, ну, это дорога, которая идет по склону, давайте говорить прямо, правильно? Это не набережная, которая должна быть у нас, как у города у моря. Она есть даже в городах, где есть реки. У нас у города у моря нет набережной. Что-то пробовали, видно, от Лонжерона делать. Но когда по обе стороны это все застроили гостиницами, на піску незаконним образом, к которому ніхто не має отношення. Ну, давайте навіть більше, не лише на піску, вже простите, в морі. Говорити о том, що ми каким-то образом регулюємо взаємоотношения між орендаторами і одесситами, які хочуть посетити пляжі, да чушь это полнейшая. Ніхто это не делает. С этих орендаторов дерут три шкури, и эти орендаторы бедные для того, чтобы их отбить, эти деньги, выставляют шезлонги аккурат по срезу воды. Я их не защищаю. Я считаю, что город должен самостоятельно стать оператором этих пляжей, потому что те доходы, которые поступают нам от арендаторов, это мизерные доходы, 15 миллионов. По минимальным оценкам город может зарабатывать 50-60, просто передавая тем людям, которые нуждаются в платной услуге,
ту услугу комунальним управлінням або підприємцям, яке... Але ж давайте по-чесному, далеко не кожен зможе взяти в оренду пляж. Навіть якщо я просто захочу це зробити, ну давайте не будемо лукавити. Ви никуда не получите. Не, смотрите, у нас взагалі, на самом деле, вот это хорошая тема, когда городской голова говорит что о том, что ну, мы не можем не дать условия и ограничения, может быть, люди не знают, что это за документ, это документ, который фактически дает старт проектированию на том или ином участке территории, тот или иной объект. И когда городской голова говорит о том, что наше профильное управление не может не выдать, потому что по закону тот, кто к нам обращается, должен получить этот документ, то никогда в жизни, я думаю, люди, которые меня смотрят и пробовали это сделать самостоятельно, без согласования, никто не получал. Всегда или запятое нет, и всегда это очень аргументированные отказы, все с изъединенного законодательства. Олег Борисович на каждой сессии. Ну, мы не можем не отвезти под этот гараж, который имеет 30 квадратных метров, 30 соток земли в центре города. Ну, не можем. Пусть он и металлический, на нем у него есть право собственности. Ну, люди к нам обратились, а мы не можем им отказать. А вы хоть раз думали, что об этом думают люди, которые смотрят эту сессию? Никогда не получали. Они поспешают на допомогу каждому гражданину. Ну, об этом же и речь. Только другое дело, что люди за последнее время, знаете, вот этот вот сезон политический, он длится уже, ну, на моей памяти, наверное, лет 5, 6, 7. Вот после Майдана как-то вот все стало так, знаете, люди одни смотрели, другие участвовали, с одной стороны, с другой стороны, как-то общество действительно стало, знаете, более-менее осознанно. Кто-то осуждал, кто-то поддерживал, но тем не менее все были в материале. И сейчас начали все смотреть, что делают городской голова, что делают депутаты. И как-то вот люди, ты приходишь, ты понимаешь, что этим пакетом гречки ты уже никого не купишь. Уже как-то даже те, которые его берут, голосуют или просто не голосуют. И сейчас вот это вот все просто идти по старой классической системе, обещать все то, что не то, чтобы не выполнено, а даже вопреки говорить о том, что есть какие-то парки, скверы и юбилейные, которого нет, и есть этому ответ, но это же просто езда по ушам. И люди в этом уже разбираются. И я уверен на 100%, что этому будет дана оценка 25 октября. Дуже хочеться, аби так і сталося. Дивіться, на прикладі естакади йдеться не лише про саму естакаду, а навіть про сходи, які до неї примикають. Там також є певні розслідування, скільки грошей виграли, точніше, які тендери, хто вигравав і про які кошти йдеться. Тобто навіть на сходах, на тропах, які ведуть до цих сходів, також намагалися певні кошти десь витягнути. Ну там вроде подозрення в мае вручили. Я вот фамилию уже забыла, начальнику управления защиты побережья. Но действительно, там если за каждый брать кусок работ, да, которые проводили, например, там, и как-то технадзор это там пропускал, потому что там же проблема была со самим этим строительством. И, к сожалению, вот, там песок, рядом достаточно такие угрозы всяких разных обвалов происходят, исходов грунта. Это хорошо, что за эти годы, когда ее начали проектировать и строить, эту велоэстакаду, не было какого-то сильного, например, там, ну я не про дождь, я скорее всего про нагрузку снегом. Когда упадет количество огромного снега на нее, мы посмотрим, как она будет дальше. Станет зимой в нас тепле, так. Да, поэтому если будет, например, то есть испытание даже климатом еще пока эта велоэстакада не прошла. Ну действительно, и градиться ее невозможно. Вот вчера на днях смотрел ролик Богдан Гиганов вместе со своими коллегами. Они проводили, скажем так, инспекцию там побережья и по этой велоэстакаде ехали. Угу. Там кусками там этого надо быть спортсменом, профессиональным, чтобы проехаться. Не без подготовки ты не приедешь. Ну и еще единственное, вот с этой лестницей даже, про которую есть уже эта педозра, ну и сделали же действительно очень глупо. Там же нет нормального даже пандуса, чтобы коляску спустить. Я уже не говорю там про людей с особенностями определенными, а про родителей, а про спортсменов. Там же, ну, роскошный действительно пляж, то есть можно спускаться. И когда ты видишь там крупных девушек или мам, которые они приходят погулять с этой коляской, в одной ребенок висит, в другой эта коляска, ну вы думаете, что вы делаете. Давайте просто спросим. Думайте, что вы делаете. Я, может быть, даже воспользуюсь эфиром на вашем телеканале, обращусь к зрителям, которые, ну, во многих странах были на разных набережных, гуляли по пляжам, купались в заграничном море. Просто вот сбросьте, пожалуйста, мне в социальную страницу Facebook фотографии любой местности, где вы были, там, где все вот так же, как у нас. Где есть море, к которому нельзя подойти маломобильным группам населения. Где есть море или какая-то река без набережной. Вот я вот не представляю себе страну, где действительно можно было бы просто вот видеть море вот буквально там в нескольких шагах и не иметь возможности к нему спуститься. Ну это же просто какой-то... Мы же в 21 веке. Я думаю, что этот вопрос пираты решали в 16-м. Ну, в конце-то концов, правильно? У них другие совершенно были... А в нас ретро-погляды на это питание. Это же просто... Это убийство города. Потому что говорить и по факту не делать или делать совершенно наоборот, я не представляю, как это можно вообще так жить с этим спутником.
спокойно и со своей совестью. Потому очевидно, можно, если не первый раз. Действительно, одна девочка с нами ехала, упала. Просто едет по трассе здоровья, там этот полицейский лежащий. Да. А почему? А потому что сделали на лонжерон заезд к нему и к террасе через... Вначале там немножко затронули трассы здоровья. А что уже нельзя было сделать это отдельно? Скажите, пожалуйста. Да, там едут эти велосипедисты. Я еду, и тут лежащий полицейский, это просто груда асфальта, и какая-то машина что-то вывозит. Но случайно у меня как-то колесо подворачивает, я падаю, он не переезжает. Ну вот кто за это будет отвечать в конце концов? Ну ведь это же создание и планирование инфраструктуры города. При том, что той инфраструктуры, не где-то на поселке, мы, может быть, да, забыли о Ленпоселке или о других каких-то территориях. Это самое густонаселенное место в туристической Одессе, в туристический сезон. Но вот как такое можно просто пропускать мимо, при этом рассказывая на всех бордах о том, что все происходит совершенно в другой параллельной реальности. Да, 5 миллионов туристов мы ждем, не ковид, а там должно вылезано быть все. Ну вот действительно правильно, Богдан говорит, ты приезжаешь за границу, любое место, любой ВДМ, там вылезано все. Ну вот скиньте хотя бы одну фотографию. Как открытка. Ты хочешь фотографироваться на каждом метре там, этой набережной, там, пляжа, всего угодно, делать селфи, там просто это все фотографировать. Тут ты приходишь такой, ну, кусками сделано все. Тут сделано. Потому что это доходность. Люди переживают о доходности. Если будет соответствующий комфорт, сервис и удобство, люди будут хотеть вернуться. А у нас, получается, люди приехали в Одессу, втридорога отдохнули там, где нет возможности добраться в маломобильной группе. Ну, то есть, понимаете, вот вчера была, позавчера с нами мамочка с коляской и с ребенком на руках просила просто помочь ей спуститься к пляжу. Ну, как бы это... Ну, а если бы нас не было? Ну, вообще, почему она это должна делать? Ведь она же живет в этом городе, платит налоги, пользуется совершенно всеми благами, да. Она голосует, в конце концов, может быть, даже за команду городского головы. И она сегодня вот сидит и просит, помогите, пожалуйста. Ну, вот как к этому относиться? Ви знаєте, щодо туристів, вони, мабуть, приїжджають до нас зараз всупереч тому, що відбувається, з огляду на те, що, ну, все ж таки, кордони більш-менш поки що закриті. Я думаю, що це такий собі аванс поки що для нас був. І далеко не факт, що наступного разу до нас захочуть повернутися. Об этом же і річ. Ну, ми попереднього разу з вами розмовляли, що історія управління містом – це про успішний менеджмент. А успішний менеджмент – це про використання, максимально ефективне використання тих ресурсів, які є. Наша набережна, тобто це унікальний ресурс, якого немає там жодного міста в Україні. Ще зі своєю історією, зі своїми там особливостями і так далі. І на сьогоднішній день, якщо від 0 до 10 оцінити рівень ефективного використання цього ресурсу, то я думаю, що він десь на одиничку. Ну це дуже погано, дійсно. Да. Що мені подобається? От я там в неї приїду, красива набережна, ну не красива, там, в тому же Києві. Тобто це ж прогулочна, правильна територія. І коли набережную, вот я тоже обратил внимание на то, что, ну, как-то раньше не задумывался о том, что у нас просто она отсутствует. А почему она отсутствует? А потому что вроде как ее планировали, но застроили. А сейчас где ее планировать? Ну, я понимаю, что это должно нечто быть навесное, такое над пляжем, потому что у нас осталась территория песка. Мы же не можем песок, собственно, да, застроить. Это должна быть такая конструкция, которая будет проходить по всей линии побережья. Но для этого нам нужно пересмотреть все вот эти вот гранделыки, ресторанчики какие-то. Есть хорошие, достойные, люди действительно... Да, или аренду кому-то на 20 лет. Они могут устроить территорию. Да. А есть просто ужасная ситуация, ужаснейшая. И, получается, с ними надо что-то делать. А может, уже идти в море? Над морем будувати. Понимаете, щось. Рано или поздно кто-то к этому придет, я скажу. Но только не, ну вот точно не эти ребята. По-другому надо как-то подход. Можливо, вже восени ми побачимо трошки інших хлопців та дівчат у нашій міській раді, які все ж таки будуть керуватися іншими принципами щодо розподілу коштів, направлення їх на ті чи інші галузі, і в них дійсно буде зовсім іншими, та у порівнянні з тим, що ми маємо зараз. Я дякую за те, що були з нами. Я хочу зазначити, що вже о 18-й на вас очікують новини останні Одеси та Одеської області. І до мене на інтерв'ю завітає власний Ігор Тишкевич, експерт програми міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Вас чекає цікава бесіда, а ще не менш цікавіше чекає о 19-й, тому що до мого колеги Сергія Бандура прийде на інтерв'ю Жан Балінюк, народний депутат та достатньо відомий спортсмен, тож не перемикайтеся.